канал Фильмчик ТВ. Меня зовут Маша Соколова. Новостей никаких нету. Но Мичи у меня сегодня совсем офигел. Он сорвал лилии, которые посадил мой крестный. Представляете? Я его просто идеально убила. Ну ладно, я пошутила, я его не убила, но я его ударила. Вот. Извините, что долго не появлялась. Просто я смотрела мультики, там маму ждала, там не было времени. Мама с девчонками ехала в этот город. А еще хотела я вам сказать, хотите прикол, анекдот? Мама, это ее сестра, они ездили куда-то, не знаю куда, с какой сестрой ее, вот. Ездили, ну, такая машина, в которой там насос какой-то в машине стоит не в том месте, где он должен стоять в обычных машинах. Они такие, у вас потом они кого-то останавливают, смотрят туда, а мама же в то время моя не понимала ничего. Они открыли, потом смотрят, оставили какого-то мужика, потом он смотрит там, где он должен быть, а его там нету, представляете? Вот. И он сказал,